Семена перца Анахайм – это очень известный и острый сорт. Выращивают культуру рассадным способом. Растение получается мощным, высота его около 75 см. Период от появления первых всходов до сбора урожая составляет от 70 до 90 дней. Во время цветения растение требует большое количество удобрений. Плоды достигают в длину от 15 до 25 см, а в ширину – от 2,5 до 5 см. Конец тупой. В период созревания зеленый окрас сменяется на ярко-красный. Сорт как нельзя лучше подходит для приготовления сальс, употребления в свежем и сушеном виде, а также для различной кулинарной обработки. Перец острый Анахайм – это травянистые. Перец острый Анахайм имеет средний срок созревания. Форма у плода конусовидно уплощенной формы, с заостренным или вогнутым концом. Цвет плода красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.